Уличное освещение в Вологде работает без сбоя в плановом режиме. Об этом 25 декабря заявили городские власти, прокомментировав ситуацию, которая сложилась накануне. Напомним, компания «Вологдаэнергосбыт» на короткий период времени отключила освещение целого ряда улиц, объяснив это задолженностью города. Подробнее Мария Суворова. 24 декабря на несколько часов до 10 вечера без света остались сразу несколько городских улиц. Чернышевского, Лаврова, Красноармейская, Прилуцкая, Новоархангельское шоссе. Электроэнергию отключила компания «Вологдаэнергосбыт» за неуплату городом долга. Эти расходы заложены, в бюджете они есть, не было просто живых денег. Достигнута договоренность о том, что мы до конца недели заплатим этот долг. 15 миллионов рублей – это не такая большая сумма, это порядка там, 2 месяца, на самом деле. Долги они уже сосчитали вместе с декабрем. Поэтому вот этот инцидент, думаю, что больше не повторится. Сейчас освещение работает как на улицах города, так и в учреждениях. Электричество в школы и детские сады также будет поступать без перебоев. Мария Суворова, Михаил Прищев, Вологда Портал.